Загнали. Загнали. Вы где? Я? У себя. Стой! Не с места. Санитарная зона, видишь? Ведро с хлоркой. Специально вокруг меня протирают. Испугалась. Небось, думала, голос с того света. А это я мегафон в комнате здоровья стащил. Теперь удобно с вами общаться. Тут, знаешь ли, половина населения глухие, как тетерева. А, кстати, а ты, старуха, не очень глухая? Слава богу, судьба милостивая. Я отчетливо слышу ваш противный голос из-под дивана. Кстати, а что вы делаете под диваном? Живу я здесь. То есть как? Ну, то есть так. Там внизу живете. А ты наверху живешь, тебе что, лучше? Забавно. Все-таки там внизу ползает разное. А наверху не ползает, да? Что вы там целый день проводите или все-таки выходите на воздух, на прогулку? Да господи, старуха, неужели ты не понимаешь? У нас теперь с тобой одна прогулка. Там вот на свежем воздухе и належимся. Ну если б ты знала, ведьма, сколько я наглотался этого вашего чертового воздуха, когда почтальоном работал. Теперь вот лежу от вашего воздуха треклятого отдыхаю, потому что теперь я живописец, гений. Ты что-то задерживаешься, хохотливая старуха. Ну-ка, пули, освобождай мне жизненное пространство. Чем вам столько пространства, если вы под диваном? А видишь ли, старуха, я философ. То есть как, и философ, и живописец, и почтальон. Я встретила Леонардо да Винчи. Ты мне поостри, карга! Да ты еще не знаешь, кого ты встретила. Если бы ты знала, сколько сил я потратил, чтобы здесь вот одному в покое философствовать. А я же когда сюда попал, я сначала в туалете залег. За унитаз ухватился, чтобы не оторвали. И лежу себе в туалетной тиши, думаю. Проблемы все мировые. Добро и зло. Вечная жизнь, великий инквизитор. А нет, каждую секунду в дверь рвутся. Им наплевать, что там живописец и гений размышляет. Им, ты понимаешь? Им писать надо. Ну, кайф. Ну, ты даешь, старух. Вот и пополз я из туалета открывать новые территории. Вот наполз я на эту гостиную, и так мне здесь понравилось. Окно, деревья в окне, лежи себе, размышляй, а нет, опять нельзя. Ползает тут всякое вредное старичье вроде тебя. Какой ты? Ну какой я? Сукин сын от меня. Ага, но ты же меня еще не знаешь. Ты же новенькая. Действительно новенькая. Так меня называли только в школе. Вернулось детство. Я приехала сюда час назад и вышла из своей комнаты погулять. И, ну, как бы это точнее сказать, ну... Ну да, заблудилась. Забыла номер своей комнаты. А как вы догадались? Ну, знаете, все так забавно, все одинаковое. Старушки, комнаты. Я уже битый час хожу и... А санитарку спросить стесняешься? Ну да. Подумает еще, что я совсем ку-ку. И вообще я все должна делать сама. Нельзя давать себе спуску, друг мой. А как вы догадались? Я же гений. Номер твоей комнаты 21. Откуда вы знаете номер моей комнаты? А ты что же думаешь? Если человек под диваном, он и знать ничего не должен. Мыслящая курица мне все сообщает. Кто новенький приехал, кто старенький помер. На случай, если вот живые новенькие ко мне забредут. Ты думаешь, ты одна такая тут? А, с вашей сестрой через раз случается. Вот мыслящая курица и просит, что если кто забредет ко мне, чтобы я гнал вас тут по вашим номерам. Как чуден Божий мир, как Божий мир прекрасен. Какой... Интересный персонаж, мыслящая курица. А чего? А я всех баб мыслящими курицами зову. А курицы бывают разные, вредные вот вроде тебя. Санитарка, она полезная мыслящая кура. Она вот хлоркой вокруг меня протирает.
Еду мне носит. То есть, как, вы там едите? Не понял. Это что значит? Если человек под диваном, ему и есть не надо. Это значит, вы на диванах обжираетесь, а мы под диванами что, с голоду помирать? Дудки! Не выйдет. Все люди равны. И на диванах, и под диванами. Как у тебя смех, однако, колокольчик-то. Натреснутый. Бог не дал мне ни внешности, ни ума. Зато дал смех. Я очень смешливый. Этого оказалось достаточно. Я всегда пользовалась успехом у мужчин. Любой самый скучный идиот всегда ощущал себя рядом со мной великим остроумцем. Так, все! Все! Норму своего пребывания в гостях ты перевыполнила! Быстро! Репкой! Выкатывайся отсюда! Феле философствовать будет. Ты что там? Оглохла! Я остаюсь здесь, пожалуй. Как? Ты что, старуха? А у меня условный рефлекс. Если мне что-то приказывают, я поступаю наоборот. Старуха! Я никогда не умела подчиняться. Я остаюсь. Так, старуха, уходи по добру, по здорову. Ни за что. Мне здесь нравится. Деревья, рояль. Я так соскучилась по музыке. Ох! Я остаюсь. Ох, как я сейчас буду страшно. Ох, как я хочу это увидеть. Учти, старуха, я сумасшедший. Тоже напугал. Все мои мужья называли меня сумасшедшей. Значит, нас будет здесь двое сумасшедших. Да я по-настоящему. Я эпилептик. Как все великие. Как Федя Достоевский. Ага, я сейчас такую конвульсию выдам. Я сейчас так задрожу. Ну и дрожить. На здоровье надо проще относиться к таким вещам. Вот, например, известный драматург Август Стринберг. Весьма бытово относился к этим делам. Он говорил своим гостям: «Простите, господа, я вас покидаю, у меня в два конвульсия». Так он был их эпилептик, а я наш. Если я задрожу, я ж тебя в клочья порву. Не знаю, не знаю. Пока что вы только пугаете, а дел никаких. Да, ничего. Сейчас я тебе покажу, как я гоню из своей комнаты. Тебя как, по первому разряду обслужить, старуха? Пожалуйста, в полном объеме. Напоминаю, смертью вы меня уже пугали, сумасшествием тоже. Ничего, у меня еще есть кое-что в запасе. Итак, я начинаю говорить правду. Интересно, например? Например? А вот что эта старая корга нарумянилась? Платье новое надела. Небось, на свиданку со смертью собралась. Ну как? Да просто кайф, как вы говорите. Ну да. А знаешь, а со стариками я еще кайфовее. Я говорю, мне санитарка про тебя все, старый хрыч, донесла. Да, как ты больным притворялся. И до комнаты просил довести, а сам ее все это за плечики обнять норовил. Я тебя насквозь вижу, сексуальный маньяк. Здорово. Здорово вы научились оскорблять людей, но я работала в театре. И знавала таких мастеров этого дела, что мою шкуру теперь кочергой не оцарапаешь. И это все, на что вы способны? Ну нет. Ну есть еще секретное оружие. Мат! Я мат очень люблю, он, знаешь, речь сокращает. Сейчас скажу слово на три веселые буквы. Ты что? Не успеете. Ты куда? А вот здесь ведро с лорки стоит, санитар, как улица. Да ты что? Я буду поливать вас сверху. Я выгорю тебя, как... Да не надо, ты что, не ну! По-моему, вы сдались. Победа! 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 Ведьма! 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 Я актриса. Поверьте мне, это хуже. Итак, комната моя. Ты что делаешь? Ты что, ты идешь к роялю? В яблочко. Ну послушай, ну ты собираешься мучить слуг пожилого джентльмена под диваном? Все точно. Ну погоди, ну если тебе так приспичило музицировать, там вот в большой гостиной точно такая комната стоит, я тебе дорогу покажу. Никаких больших гостиных, я слишком много времени провела на людях. И меня здесь особенно прельщает, что единственная живая физиономия находится под диваном. Господи, ну за что, а?
Как я хорошо здесь жил, а? Ну почему? На море, на море. У меня сегодня особенный день. Я должна сделать себе подарок. Ну что, сыграла, а? Ага, он же запер. С тех пор, как я захватил эту гостиную. Боже мой. Значит, это и есть тот самый драгоценный рояль, который заперт и ключ от которого потерян. Как я любила эту фразу из трех сестер. Что ты там бормочешь? Первая роль. Жизнь была как беспредельное поле, освещенное солнцем. Вот, оглядываюсь назад и понимаю, что жизнь — это узкая полоска. И в тени. Сон, сон. Ты что там, колдуешь, что ли? Я слушаю, не мешайте. Совсем ку-ку, что ты там слушаешь? Музыку, суперцы. Вот у меня в доме живет такой же негодяй, и он стучит в стенку, когда я играю. Я научилась слушать музыку про себя. Не мешайте ему слушать музыку про себя. У него сегодня особенный день. Интересно. Интересно, а что это за такой особенный день? Может, это день твоего рождения, а? Я угадал. И они засунули тебя в этот дом в такой день. Вместо того, чтобы усадить тебя в центре стола и сюсюкающими голосами восклицать: посмотрите на нашу бабулю. Ага, сколько ей лет? 16. За самую молодую среди нас. И тут встаешь ты, хрустя суставами. Убьем! Попала! Ты что? И молчать! Ну что, концерт окончен? Браво! Брависсимо! А что мы играли? Что мы слушали? Нактюрморт Шопена. Отдайте, пожалуйста, книгу. Угу. Интересно. А что это за книга? Боже мой. Боже мой. И ты слушала какую-то музыку, бросив меня эту книгу? Да ты хоть знаешь, что ты швырнул? Пожалуйста, верните книгу. Это же игрок Феди Достоевского. Это же самая мистическая Федина книга, и ты ее в меня, как камень, Федю! Креста на тебе нет, старуха! Стало быть, вы Федя. Да, это он, который ее написал. И это ты, это я, в которого ты швырнула. Это был не самый лучший мой жест, да простят меня оба Феди. Пожалуйста, верните книгу, ее положили мне мои дети, я люблю этот роман. Что? Что ты сказала? Ты любишь? Правда? Но это же все меняет. Послушайте, все еще может быть спасено. Стой! Санитарная зона. Сейчас отдам. Только подержу ее в руках немножко. Знаешь, я так люблю это издание. Это ведь сразу после моей смерти. Вот и надпись дарственная. Подарил Станислав. Станиславский? Ну ты даешь, старуха. А может, ты какая знаменитость, а? А, ну нет. Если бы ты была знаменитость, тебя бы не засунули в этом богом проклятый дом. Да сам, сам, на. А вы хоть раз знаменитость. Это я все равно не знаю. Я по вашим театрам не хожу, я в пивбар хожу. Однако! Это что же получается, а? Ты актриса, ты любишь Федю, ты принесла с собой роман «Игрок», тот самый мистический роман, над которым я все время мучительно размышляю. Боже, я же понял, почему не разорвал тебя в клочья, почему позволил надругаться над моей комнатой. Я же тебя предчувствовал, старуха, я же все важное предчувствовал. Однажды я, то есть Достоевский, Федя, так написал об этом. Мне кажется, я как будто в ожидании чего-то. Мне кажется, что я болен теперь. И что со мной должно случиться что-то решительное. Может быть, тихое, может быть, грозное, но во всяком случае неизбежное. Как
вы это наизусть? А я всего Федю могу наизусть. А, ну как хорошо, что твои дети засунули тебя в этот дом. Да что же вы повторяете? Тут как попугай, ну просто тупица какой-то. Меня никто никуда не засовывал, ясно? Ну что вы там притихли? Я не хотела на вас кричать, и я даже могу все объяснить, прежде чем уйду в эту... Ну в какую? Ну в какую? В 21-ю. В 21-ю. Мои дети уехали отдыхать на юг. Они 5-й год без отпуска. Они отбыли всего на неделю. И я сама настояла. А так как директор этого дома наш знакомый, я решила обождать детей здесь. Всего неделю. Почему тебе не обождать их в вашей уютной квартирке всего неделю? Я забываю выключать электрическую плиту. Все помню, но это дурацкая плита. Я всегда забывала то, что меня не интересует. И еще я часто падаю на улице. Здорово. Надеюсь, в лужи падаешь. Ни за что. Я плюхаюсь только на суше. Вот так вдруг головка томно закружится, и я бац, ну и в общем... Не могут же они отдыхать и все время беспокоиться. Ладно, я устала. Я пошла. Нет, стой! Стой! Сейчас я скажу тебе мистическое. Ну, знаешь, но сначала нам надо получше узнать друг о друге. Угу. А знаешь, у нас это много общего. А? Я тоже часто на улицах плюхаюсь, особенно когда мне морду бьют. Вот недавно как раз набили. Какие ужасы вы рассказываете, Федя. Да нормалек, я поэтому и здесь. Знаешь, мне как морду набьют, я сюда приползаю, как в берлогу отлеживаться. Я же ведь художник, гений. Мне же за картины тысячи платят. Вот они, чтобы бороться с культом моей личности, и бьют меня. Кто они? Абстракционисты. Нет, абстракционисты били раньше. Потом реалисты. Снова кто? Ну, не важно. А сейчас у меня к тебе мистическое дело. А вот смогла бы ты сыграть? То есть как? Что сыграть? А смогла бы ты сыграть роль? Ну что, с ролями покончено, друг мой, я давно ушла со сцены. Ну, соврала! Ну как можно покончить с тем, для чего родился? Вот разве я могу перестать рисовать? Я как красиво и увижу, так обязательно нарисую, чтобы восторг свой мир уявить. А не красиво и ни за что, я же Федя, певец красоты. Вот санитарка просит, нарисуй, а я говорю, не могу. Я только красавец рисую. А ты молодая, сисястая, ну не красавица. А вот ты старуха, ты красавица. Что, из-под дивана разглядели? Ага. А по ногам? Я по ногам все могу. И характер, и лицо, и даже прическу. Ну вы просто палеонтолог какой-то. Ну чтобы рисовать, мне тебя изучить надо. Я тебя, пожалуй, за месяц изучу. У вас, я смотрю, тоже плохо с памятью. Я же говорила, я здесь всего неделю. И через месяц портрет твой... Готов. Что, оглохли? Я через неделю. Тю-тю. Странно, старуха. Я ведь все важное чувствую. Я же гений. А слушай, а ничего, что я тебя зову старуха, а? Мне необходимо это слышать как можно чаще, а то я опасно забываю свой возраст. Старайся рано постареть, если хочешь долго прожить. А я очень хочу. В молодости я часто не хотела жить. Я все время куда-то спешила. Боже мой, как я была безнадежно стара в 19 лет. Я свою комнату не представляла без раскрытого чемодана. И вот чемодан закрыт. Жизнь прошла. Во мне жажда жизни, как будто я только-только начинаю. Наверное, надо очень долго прожить, чтобы стать молодой. А я сейчас так ясно увидел, как ты играла красавица. Да, я играла
влюбленных девушек с задыхающимися голосами. Они торопили жизнь, они были так вдохновенны, как их время, боже мой. Сколько девушек ходили по улице в моей беретке, с моей челкой, в моих спортивных тапочках. И когда я не смогла все это больше носить, ну, чтобы не быть смешной, я ушла. Старый соловей, в этом уже противоречие. А знаешь, жалко, ты не снималась в кино. Я вот все фильмы смотрю, и старые, и новые, а тебя не видел. Я терпеть не могу кино. Для меня кино – это промышленное выращивание жемчуга. Вот недавно какой-то негодяй по телефону пытался уговорить меня сняться в фильме «Чайковский». Я сказала, Чайковского я играю только на рояле. И что? И за все эти годы ты так ни разу и не пыталась вернуться на сцену? Та вечно юная умерла вместе со своим голосом и известным псевдонимом. Послушайте, а какого черта я болтаю с вами на эти банальные темы? Наверное, потому что вас не вижу. Боже, как это все скучно, как хорошо, что с этой жизнью покончено. В честь этого события я решила сделать себе подарок Ноктюрн Шопена. И все-таки, что это я с вами столько болтаю? Может, голос из-под дивана напоминает страшный суд? А, лживая старуха, неужели ты думаешь обмануть гения под диван? Вот ты говорила, что рада, что все прошло, что ушла со сцены, а в это время твои ноги, твои бесстарые, бесстыжие ноги выделывали молодые кренделя и тянули тебя к эстраде. Лгите, люди, ноги вас выдадут, ноги искренние. Молчите немедленно. Ну, осмелься сказать правду. Почему это я должна? А потому что страшный суд. Послушайте, вы совсем ку-ку. Вас выметут завтра вместе с мусором. Правда. Может, вас вообще нет? Правду! Перестань говорить! Черт с вами. Провалитесь вы. Самые счастливые минуты за последние годы, когда раздавались звонки моих прежних престарелых друзей, и они с трепетом просили меня подготовить их бездарных потомках к выходу на сцену. Сдерживая безумную радость, охотно, капризничая, я соглашалась. И наступало забытое счастье репетиции. Но все это было лишь увертюрой к счастливейшему дню, дню показа. В этот день я поднималась рано, моя гримерша покрывала мне лицо толстым слоем штукатурки, и я отправлялась в театр. Зачем? Чтобы подыграть очередному ученику. На самом деле, чтобы только выйти на сцену. Кого я только не подыгрывала. Клеопатра, Фелия, Джульетта. Представляю, как они сидели в зале, зажав рты, чтобы не расхохотаться. А я возвращалась домой. Ждала. Ждала звонка. Они должны были понять, что я еще живая, что я могу. Но они не звонили. Если бы позвонили. Я все равно бы отказалась. Я бы отказалась. Но они должны были позвонить. Значит, я прав. И ты хочешь играть. Сейчас я предложу тебе сыграть. Никогда не думала вернуться на сцену в доме для престарелых. И кого же сыграть? Ее. Ее, которая в старости вспоминает всю свою жизнь. Кого ее? Совсем ку-ку?
Две женщины определили Федину судьбу и обе дожили до глубокой старости. Одна, его юная жена, несравненная Анна Григорьевна, и другая, роковая страсть его через всю жизнь, сладчайшая соблазнительница Аполлинария Суслова. А Полина из «Игрока», то книга, которую ты швырнула мне в голову. Господи, старуха! Как мне надо, чтобы ты представила мне минувшее, и тогда меня перестанет мучить по ночам неясность воспоминаний. Как я поняла, вы хотите, чтобы я сыграла пьесу «Женщины Достоевского», но, насколько мне известно, такой пьесы не существует. Ну будет, будет, я ведь гений. То есть вы ее напишете под диван? Да почему, почему? На диване писать можно, а под диваном нельзя, да и писать ничего не придется. Дневники есть. Подлинные, Поленьки Сусловы и Анины воспоминания. Их ты мне и представишь. А где мы возьмем все эти дневники? Да здесь, здесь они, со мной. Всегда со мной. Под диваном лежат. Я все в них наизусть знаю. Я многое до сих пор помню. Ну, согласна? Ни за что. Я никогда не соглашалась играть в пьесах с двумя заглавными женскими ролями. Я собственница, я даже гримерши свои запрещала гримировать других актрис. В этой пьесе будет только одна женская роль. Ты должна будешь сыграть ту, на кого похожа. Раскрасавицу. Аполлинарию Суслу. Ее дневники ты мне представишь. Не надо смеяться. Не надо со мной как сумасшедшим. Ты ведь уже поняла, кто здесь, под диваном? Узнал. Это я, Федя. Какой Федя? Достоевский Федя. Мы напали. Из бала нас прогнали. Прогнали по шиям.